Привет, меня зовут Дмитрий Попов, и это серия лекций «Как снимать кино». Сегодня речь пойдет о таком приеме, как один человек, присутствующий в кадре одновременно в двух образах. Прежде всего, чтобы добиться такого эффекта, если мы говорим о способе без использования хромакея, нужно выбрать неподвижный фон, который мы сможем легко разрезать. Затем снять оба дубля с одной точки, очень важно не передвигать штатив, чтобы кадр был абсолютно идентичен, а также чтобы герои не пересекались в кадре. Когда материал будет отснят, мы накладываем видео друг на друга, неважно, какой из них будет верхним, и отрезаем у верхнего половину кадра маской. Для лучшей стыковки можно размыть края маски. Важно помнить, что если во время съемки двух эпизодов у вас изменялся свет, то стыковка будет неточной. В кино кадры с одновременным присутствием героя часто разбивают кадрами по восьмерке, снятыми через плечо персонажа. Здесь дело обстоит совсем просто. Это плечо дублера, одетого в такую же одежду. Итак, сегодня мы узнали кое-что о превращении одного актера в двух близнецов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ссылки на группу ВКонтакте и Яндекс.Деньги в поддержку проекта в описании. Пишите, о чем бы вы хотели увидеть видеоурок в комментариях. Стоп, снято.